Правда, жители сельской местности больше зависят от капризов погоды. Например, фермеры Армении сейчас подсчитывают убытки от сильнейшего града. Без урожая остались десятки хозяйств. О масштабах бедствия Варт Макарчан. Так сегодня выглядят виноградные поля деревни Агавнатун Армавирской области. Кусты практически остались вот голые, побитые ягоды на них, листья. И вот на земле валяются целые грозди винограда. Сильнейший град буквально за пару минут уничтожил весь урожай винограда. Такого не припомнят даже старожилы. От стихии пострадали плодовые деревья и кустарники. Со 120 гектаров виноградников урожай не получим и в следующем году. Кусты будут еще пару лет восстанавливаться. Что касается овощей, то уже поздно вторично их сажать. Не созреет урожай. Не знаем, что делать и как нам быть. Стихия не пощадила и тепличные хозяйства. В парниках разбиты стекла. Помидоры, огурцы, зелень и цветы завалило осколками. Где взять деньги, чтобы восстановить все это, я не знаю. Я прошу власти, администрацию района помочь нам, чтобы справиться с этой бедой. В соседнем селе с полей собирают то, что осталось от бахчевых. Уничтожен урожай арбузов на 35 гектарах земли. Уцелел лишь картофель, и, слава богу, успели до удара стихии собрать с полей урожай пшеницы. А вот в соседних селах люди потеряли и пшеницу. Всего от удара стихии пострадали 60 общин Рогоцотанской и Армавирской областей. Вопрос об оказании помощи пострадавшим хозяйствам сейчас решают в Минсельхозе. Варт Макарчян, Арман Симонян, Мир 24.